Здравствуйте, друзья! Мы говорим о нарушениях авторских прав на YouTube, и сейчас я расскажу, почему медиасети, почему партнерские медиасети YouTube – это ваша крыша. Здесь вы видите два разных канала, на каждый из этих каналов подано по одной жалобе, в результате канал имеет одно предупреждение о нарушении авторских прав, так называемый страйк. И теперь посмотрим на разницу. Один из этих каналов, тот, который вы видите слева, подключен к партнерской медиасети, а канал, который вы видите справа, подключен к прямой партнерке YouTube. И какова разница у этих двух каналов? Давайте пройдем по всем пунктам функций нашего канала. По варианту авторское право, оба канала имеют плохую репутацию, которая стала такой вследствие одной жалобы. А вот дальше принципиальное различие. Посмотрите. Канал, который подключен к партнерской программе, имеет включенную монетизацию. В отличие от него, канал, который подключен напрямую к YouTube, к партнерке, имеет отключенную монетизацию. Монетизация и практически все функции отключились на нем после получения страйка. Более того, канал, который подключен через партнерку, через медиасеть, позволяет загружать видео продолжительностью более 15 минут. А канал, который на прямой партнерке, более не позволяет загружать такие видео, опять же из-за страйка. Кроме того, на канале, который подключен через медиасеть, вы можете использовать персонализированные значки для видео, а на канале, который подключен напрямую, использовать персонализированные значки вы не можете. Как вы видите, различие налицо. Поэтому я рекомендую вам подключать ваши каналы к медиасети, и даже если кто-то подаст на вас жалобу за нарушение авторских прав или за нарушение принципов сообщества YouTube, вы не потеряете возможность монетизации канала, вы сможете, как и прежде, загружать видео продолжительностью более 15 минут, а также вы сможете использовать персонализированные значки для ваших видео. Это очень выгодное преимущество. Если говорить образно, то партнерские медиасети – это нечто вроде вашей крыши, как было в 90-е годы, когда бандиты крышевали бизнесменов. Вы отдаете им определенный процент за то, что они вас крышуют, это так называемые комиссионные. Они составляют от 20 до 50% в зависимости от медиасети. Но взамен вы получаете вот такие важные преимущества. Партнерские медиасети отлично подходят для монетизации чужих видео, для заработка на чужом контенте, на который у вас нет достаточных авторских прав, который вы, может быть, используете не совсем легально. Теперь вы имеете большее представление о медиасетях. Далее мы продолжим разговор на эту интересную тему, и вы узнаете еще несколько интересных фактов. Спасибо за внимание. Всего доброго. Пока.